Привет, с вами Серпантин, и сегодня ко мне приехал посылочка. Там просто такие лошади. Да, здрасте. Распаковываем. Там должен быть сюрприз. Да. Беспощадно разделимся. Чего она такая маленькая? Да? Я думала, что она будет слегка побольше. Раз, два. В общем, там должен быть стейбрик. Там должен быть стейбрик, а какой, я еще сама даже не знаю. Не знаю, какой там нужен. Господи, я сейчас, наверное, буду уезжать и тратить стейбрик. Это лошадь. Илона, ну не так же. Так. Начнем со стейбрика. Ууу, какой милый! Я даже не знаю, кто это, но он мне очень нравится. Он, это мне в подарок, потому что посылка долго шла, да. Я оставлю это на последнее. Я терплю изо всех сил. Ура, я проколола. Осталось только снять. Господи, боже мой, почему она так сложно? Боже мой, какой великолепный. Теперь два самых классных стейбрика. Начнем потом. Тут даже какашки есть. Прикиньте. Ой, там еще кое-что есть. Ну ладно, я уже это достану. Короче, это набор для чистки конюшней. И жду вас попробовать. Так. Это все у нас будет. Так, делай. Я так беспощадно отношусь к этой коробке, но хочется распаковать. Ну все. Тачка. У меня есть тачка, куда можно положить какое-то сено. Сено, потом. А что это? Потом было? Это у нас ведро. Вон. Голос за кадром. Вы мне мешаете. У меня есть тачка. Тачка. Сено. Это типа ведро, я так понимаю. Типа для воды. Жрём, потому что типа, ручки. Так. Ну, обязательно как без этого какашку надо. Собирал фотографировать. Какашки. Господи, ребят. Так, сейчас мы попробуем достать вот это. Лопату достанем, чтобы эти какашки убирать. Убираешь лопата. Так, дальше у нас. Да, дальше у нас еще одни грабли. В общем, вот оно, чудо мое. Вот это все сюда. В общем, так, где мой стейбрик? Кажется, я его звоню. Убираю, сюрприз. Дальше у нас еще один сюрприз идет. Это у нас вот такая наша открытая. Кто же это? Я сама не знаю. Это как вместе, только другого покраса. Офигеть! Серьезно, ребят? Мне нравится этот покрас. Тут такая наклеечка у нас. Мне кажется, вообще ничего не будет. Ну ладно. Это рейнджер. У меня есть рейнджер. Да. В общем, все.
Сколько уже всего, господи. Это просто счастье. Ну а сейчас момент, когда Нина будет пищать от радости, как не знаю кто, потому что вот что это Резон. Я так давно о нем мечтала, я просто не думала, что этот момент настанет. Я, кстати, я никогда не видела распаковки. Смотрите внимательно, уникальная распаковка Резона. Пена фигня, которая склеена скотчем, вот такая красивая коробка. Теперь мы должны пенофигню. Но еще большая интрига. И здесь мы тоже проверяем скотч. Он тяжелый такой, он тяжеленный просто. Коняга. Вот это коняга. Это я понимаю. Господи, он тяжелый. Блин, он тяжелый. Это не только то, что Резан. Это он такой тяжелый, он такой классный. Уже он маленький достаточно. То есть, например, он с шляпой. То есть он стейбл, вот он достаточно маленький, примерно как шляпа. Он такой классный. Боже мой, ребят. Это просто чудо. Вот тут еще чудо написано на знак девочка. Это просто щедрее. Ну, собственно, к концу, что у меня сегодня имеется? У меня сегодня имеется вот это вот чудо. Потом имеется вот это вот чудо, которое мне досталось в подарок. А с фирмы Брейд, потому что они запоздали. В общем, проблема были с доставкой. Потом серое ведро. Тачка с какашкой. Всякие лопатки, грабли, и в общем, вот такое вот все. Маленький такой, малятка и наш клеечка. В общем, это все. Всем пока, с вами был Брюс и Братин.